Биз кыргыз десен Чыңгыз эске келет, кыргыз Чыңгыз десен кыргыз эске келет. Ошондой эле улуу инсаныбызды жаш муундарга жеткирүү, алардын чыгармаларын окутуу жана дайым эскерип туруу бул биздин азыркы жаштардын милдети. Жалпы эле Кыргызстанда эмес, дүйнөдө белгилүү адамды сыйлоо. Ошого болгон урматыбызды биз ушундай иш-чаралар менен көрсөттүк. Жана да жалпы эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуу акциясына китебин окуу үчүн ушул иш-чараны уюштурдук. Жана башка бир университеттер менен ынтымак биримдикти чыңдоо максатында. Рахмат. Бул эмне заман болду? Ама бул темир парматлы бир пенжере эсе. Сегодняшнее мероприятие является одним из массовых мероприятий среди студентов города Бишкек, так как это 8 вузов, это 8 студенческих комитетов, которые реализовывают, которые организовывают данное мероприятие. Среди них это БГУ имени Хусейна Карасаева, это Международный университет Кыргызстана, это Кыргызский государственный университет, это Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени Насирдина Исанова, это Кыргызский исламский университет, это Кыргызский национальный аграрный университет, также сам же Кыргызско-турецкий университет Манас. То есть 8 вузов, 8 студенческих комитетов, которые очень горят желанием именно молодежи именно давать нужное направление, то есть пропаганда, да, среди молодежи, знаний, да, вот именно об истории, то есть приуроченные годы истории и культуры данного мероприятия. То есть самая основная идея данного мероприятия – это популяризация произведений Чыңгыза Айтматова, да, среди массового населения, то есть это память о великом писателе. И также это единство студенческих комитетов, то есть во благо города Бишкек, во благо горожан. Потом все стихло. Погода прояснилась. Он своего времени. Именно поэтому для меня было важно